Август – месяц сбора урожая и долгожданных отпусков. Кому не выпал случай увидеть бескрайнее море этим летом, с радостью ходят в лес по грибы и по ягоды и загорают на любимых дачах. Спокойствие и безопасность жителей превыше всего. Именно за ней бдительно следят правоохранительные органы. За прошедшую неделю зарегистрировано 315 сообщений о происшествиях и преступлениях на территории Артемовского района. Подробнее сообщает начальник дежурной части ОМВД России по Артемовскому городскому округу Дмитрий Исаков. Из них 14 сообщений зарегистрировано о происшествиях с признаками состава преступлений, из которых 6 фактов содержат признаки превентивного состава преступления, 8 фактов содержат признаки преступления средней тяжести по более тяжким составам преступления. Значит, по 145 сообщениям принято решение в дежурные сутки, из которых возбуждено 3 уголовных дела. По 19 материалам проверок принято решение вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела. 17 материалов направлено по территориальности и последственности. По 41 материалу проверок принято решение приобщения в специальное номенклатурное дело, как и нашедших свое подтверждение. По 17 сообщениям составлены административные протокола. 16 сообщений приобщено к ранее зарегистрированным фактам. Отказано возбуждение административного производства по 33 сообщениям. На территории Артемовского городского округа по подозрению в совершении преступления за прошедшую неделю было задержано 2 человека. Выявлено административных протоколов было всего 435, которых 305 по линии ГИБДД. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Артемовского района было проверено и осмотрено 326 единиц автотранспорта, 399 лиц проверено по базам МВД на розыск, также 65 граждан проверено на наличие неоплаченных штрафов.